буквально сферу слова в слово. Проанализировав проект решения, который рассматривался вчера на сессии городского совета, хочу сказать, что не совсем так, потому что решение, которое было рассмотрено, не соответствует тем решениям и тем документам, которые подавались к нам на комиссию, которые мы рассматривали. Привожу конкретные факты. Берем управление осветы. Управление осветы, бюджет развития 55 миллионов 565 тысяч. А наша комиссия с вами, и у нас есть документы, у нас в электронном виде, каждому пришло, и мы голосовали здесь. Бюджет развития составлял 50 миллионов гривен. Ровно. Загальный фонд аналогично увеличен на 5 495 056,64 копейки. Также в загальном фонде дополнительно, после того, как рассматривала наша комиссия, появились еще средства на финансирование ПТУ, которое действительно нужно, но которое тоже не рассматривались комиссии. Это там еще увеличивает 11 с чем-то миллионов. То есть по данному направлению однозначно не соответствует всем цифрам. Физкультура и спорт. На нашей комиссии мы не приняли решение, но действительно на нашу комиссию предоставили у всех в электронном виде есть те объекты, которые дало управление нам. Что мы видим там? Сумма сходится, но у нас на комиссии 6 объектов, в решении 7 объектов. И, соответственно, распределены суммы внутри. Данные моменты на комиссию, то, что было на сессии, не предоставлялось. Управление культуры, бюджет развития, который нам предоставлялся, был ровно 20 миллионов гривен. В бюджете развития, который вчера рассматривался на сессии, 20 миллионов 094. И в решении внутри изменены как объекты, так и суммы по ним. То есть комиссия это не рассматривала. То, что касается управления социальной защиты, загальный фонд там тоже изменен. Добавлены суммы, которые идут на компенсацию проезда. Это нужная вещь, но это тоже комиссия не рассматривается. Поэтому заявление мэра, я считаю, не соответствует действительности о том, что комиссией плановой бюджетной утверждены все пункты